Може, є і хуже, але, мабуть, трудно знайти. От цією тюрмою такого ніхто не бачив. По красоті театр. От тюрмою. А наш дерев'яний казарма трошки далі. І от моя стаття заходить уже, у мене очередь десь через місяць. Моя очередь підходить. Стаття за що? Ушов з роботи. Ну, посчитали 45. А некоторим смерть лежать, не знаю, сколько, но окровавлены там. Ну, это был театр для того, чтобы изучить, приучить высший офицерский состав настолько жестокий. Оно, может быть, у всех есть, я не знаю как, но так оно было там. И вот, мне присудили 40 леток. Прив'язують руки впереді, ноги на дві скам'ї, самі сіж, маленьку тряпочку в рот, чого-то, щоб зуби не поламав. І от починають бити один. До того вже тренірований цей палач. Бив, і отак вдадеться, що і він добився до того, що я став літати, не вважав, що то 18, 20, і потім що-то путав, а потім я смотрю, а я літаю в воздухі. То вверх, то вниз, то прямо, то перед землею. Просто куди я захочу, туди лічу. Переворачуюся в воздухі. Оказується, я був без сознання. То щось морочилось в мене в голові, прийшов у себе, коли мене принесли вже із тюрми в нашу дерев'яну палатку. І прийшов мокрий, мене поливають водичкою. Врач, який сказав, світ не виключайте, він увесь у крові. А тут хлопи, такий світ, витишці, а я заїдять раз до утра. І так, це пройшло. Після цього, ще був 2,5 роки по тюрмам, по заводам, ну, такий, Бухенвальд останній. Навіть номер я знав вже. Тоді одразу приходиш, номер дають, 50896 мій був номер. І на роботу, працюємо, завод розбили, і нас вивозять. Я скажу, чого-то так Бог положив на серце. І збираються з цих багато робочих, вибирати, то можеш там ще й роботи хоче. Я падаю на коліна і прошу, остань мене, остань тут роботи, я буду роботи, єлі ходиш. Ані комісія забігши, остань. Ти так і остався при цьому заводі. Недавно я знав, що в цьому заводі, у мене зараз фотографія є, аж тільки було євреї, всі євреї, так вони не з нами, російськими там французами і прочими, а вони другий лагерь був. Я недавно з ними зустрічався, я їм зробив фотографію, в цьому році я був у них. Ну, тут остався. Іду, потім перевозять вже під кінець, перевозять далі в Бухенвальд. Ну, в Бухенвальді три очереди. Спрашиваю, в яку очередь? Говорить, от це маленька очередь. Це сьогодні їх крематорій. Вони вже працювати не можуть. А от ці дві,
это еще поработает. А все равно всем крематория. Дорога одна. На свободу это крематория. Единое, как можно сказать, одностороннее движение. Через ворота вышел, а через трубу вышел. За их вышел. Итак, я побув тут. Потом провинився. І мене відправили, куди не знаю, по сьогоднішній день адрес. Ну, в якій країні, знаєш, це Германія, під тим же самим номером, що я був, ділять під землею какие-то воєнні. Тут ріка і шоток, другого берега не видно. Моя обязанность – вагонетка. Гори далі пішли, і в подножі доїжджаю з цією вагонеткою. Нам там камни накидали, я поїхав другою, висипати в море. І так крутиться, крутиться, потім вже докрутить до того, кормить-то погано кормить. Вивели на свободу, на дорогу ділять. Я подивився. Господи, ти ж відкривай мені, я тоді хорошо не знав, так от сказав. А це то, що Бог мені відкрив. Ти будеш на свободі. Вже не вірю нічому. Ти будеш на свободі. Лісок. І от запомнив. 5 марта, середа, час дня. В цей день раду неділю на роботі давали нам кохви з сахарином. А так, кохви без сахарину все время. Це обід наш був. І коли глянув, вспомнив, що коли-то мені було відкрито, ти будеш на свободі. Не вірив вже, яка там свобода. І коли ж назначили, іду, знали всі. Робити не можеш, он краматорія. І туди всі. Других товарів привозять, побув трошки, опять назад. І от я став на свободі. Що за свобода? З трудом добіжав до війська. Навірно, може, полкілометра, може бути. Ну, це ще лагерь. І я добіжав до ліса, прилег віддихнути, потім сплав. Пойду у воду, намочуся і вийду, і потім на свободі. Оказується, я прилег в лісу, рядом з нашим лагерем, і що за ним. Ну, коли я кинувся вечором підніматися, то я не встану. Подергається мислено, за ветку хочеться, руки не работають, ноги не работають, ну таке состояние. Просипаюся в одній курточці, так їхній полосатий, просипаюся ночі, замерз. Де я? Та ти ж вий, утік. Попробував, руки допомагають, встав. Огоньки там, пішов туди, прийшов до огоньків этих, а там курятники. А я взяв дві курочки, знав, щоб вони не кричали крилушки, під крилушки голову, вона мовчить тоді. Прийшов у ліс, голодний, їй хожу, ясно. Ну, понімав, нельзя. Нельзя її кушати тобі. Ти ж час умреш, ти більше не подивишся. І от я розорвав, трошки внутрі викинув. І скільки ногтями оторву, це моє. І до глибокого вечора я курицю з'їв. Боявся. Боявся, говорю, що і так, я пішов по лісу. Одна ж була удобна можливість, я поняв, що я живу ще в лагері.
Думаю, що ви книжечки маєте предложити. Дорогі браті і сестри, коротко, тогда так. У мене є, навіть не тут, книги на англійському язикі, в основному. Є книги, да, трошки заскочу. В этом году я был в этом же самом концлагере, в Бухенвальде, где я сфотографирован, там 60, я 65-й, маленькая фотография, но я ее увеличил для себя. И вот я у правительства в это, Бухенвальде сказал, подал заявление, было 68 евреев, пожилых, которые были здесь, в лагере, на том заводе, да я был. Подал заявление. Они еще день, потом вызывают. Вызывают меня, что ты хотел. Культурно-то. При у меня есть просьба к вам. Сделайте, чтобы вся Украина при вашей поддержке взяла своих детей. Ну, такая вот возможность у нас уже на Украине, особенно Харьковская область уже 2 года засуха. И чтобы я мог объявить, забирайте детей, устанавливайте или же ну там, опекунство, мы договорились, так, только от тебя, вот тебе, как ее называется, имей, это имел Дивни и мой. Говорит, только твое письмо мы можем принять, других нет. И вот, иди, организовывай, это приезжал Украина, так, на твой дружок уже знакомый, слава Богу. Работа наша, слава Богу. И когда вы дадите сколько людей, желающих, то не важно, где домов нет, вам отказывают, то не важно. Вы открываете границу, чтобы вам все свободно завозить. И вот на сегодняшний день я открыл тогда. Добавить трошки, чуть-чуть. Так. Так. И было откровение от Бога. Так вот кто-то. И говорит, не хлебом единым корми детей. Им нужен хлеб жизни Христос. Зашел до меня. И вышел. Я из Харькова еду в деревню и спрашиваю. Что это за откровение? Братья взялись, я говорю, Бог тебя поставил кормить, кормить хлеб жизни Христом. Бог тебя послал кормить Христом. И на сегодняшний день в тяжелом положении, но у меня есть христианский лагерь. Если кто, у меня там книги есть, есть там есть ящичек. Ящичек, это проверили братья, псалмы. Если кто даст $5, не больше. А если меньше, пожалуйста. А если как я к тебе детям давать, пусть подходит, денег нет, возьми подарок. Но для остальных всем по $10. Видео 90 минут, это дети поют, DVD, извиняюсь. И остальные книги на 3 языках по $10. Если кто не сможет держать, я вам дам адрес. Благословит вас Бог. А Эва, я думаю, немножко добавлю, друзья. Я бы хотел, чтобы каждый прочитал эту книгу. Там очень много сказано о голоде. Некоторые не знают этой истории. Но брат Григорий очень хорошо и подробно описал. Пожалуйста. Да благослови Господь.
Брат Андрій Старшак, просим, брат Андрій. А Ему ти бачу? Ему, якої? А скажи, ти дуже хранили тебе. Брат Андрій, дуже волна, у нас ще не дітей. Дякую. Добре, якщо буде. Дякую. Слава Господу! Слава Господу! Я Старшак Андрей із Флориди, Санкт-Пітер, брат Гущин, мій сусід. Привет вам, братья, за свободу, борцы за свободу, сердечный вам братский привет. Слышите? Слава Богу, благодарим. С любовью несли вы народу евангельский истинный свет. Тернистой и узкой тропою встречали немало преград. Вы шли со смиренной душою, не смея вернуться назад. Вы в ссылках и тюрьмах страждали, изведавши узы цепей. Вы много скорбей испытали от гордых, коварных людей. Молился я, братья, не раз об этой встрече, что сегодня. И Бог помог собрать всех нас, хранила нас рука Господня. С великой радостью желал увидеть, братья, ваши лица. Хоть многих я в лицо не знал, но жажда с вами помолиться. Воспеть Всевышнего псалом и с вами радоваться вместе. Ведь неизвестно, что нас ждет. Нерадостные слышим весть. Возможно, что в последний раз так можем вместе пообщаться. Возможно, небо встретит нас, чтоб вместе с Богом наслаждаться. В тюрьме я с вами не сидел, и много я чего не знаю. Но что-то вроде предвкушал, и только Бог об этом знает. Чтобы до смерти верным быть, о чем читаем в Слове Божьем, нам нужно очень свято жить и быть всегда нам настороже. Чтоб кто венца не восхитил, и все, что было не напрасно, как за Петра Христос просил, чтобы в нем вера не угасла. Господь, Тебя благодарим, что Ты нас всех хранил доселе. И впредь веди своей рукой, Тебя мы ждем, ради скорее. Аминь. Андрей, значит, в следующий раз он дадим много слова за то, что... А зачем? Послушно. Одно слово и хватит, да? Здесь было сердце. Мое имя Илья Горитой. Я, конечно, не собирался сюда приехать, но в начале этой недели мне друзья говорят: Илья, там собираются узники. Ты сидел два раза, поезжай, расскажи немного людям о том, как, что было. Я говорю: да я не люблю выступать в обществе. Правда, один раз в Сакраменто меня просили друзья Медведюки рассказать об истоках эмиграции, то я немножко рассказал, минут 15. А тут мои братья говорят: Илья, в Саус-Карлайне, вот из Протагогода, у нас живет 4 брата. Илья, поезжай. Ну, все равно бездельничаешь, работы нету. Поезжай, побудь там, пообщайся, расскажи немного. Ну, я так, ночью сегодня не спал. Вспоминал все. Желудок разболелся, спать не могу. Под утро не могу уснуть. Вспоминаю, думаю, и то расскажу, и то расскажу, и это расскажу. Я расскажу о том, как
среди нас были провокаторы, как нам от них досталось. Близкие люди были провокаторы. Второй срок я получил от своего близкого друга. Первый срок я получил всего 6 месяцев. За отказ от советского гражданства в 1979 году мне дали 6 месяцев. Не сделали закрытый суд, и полицейский, милиционер, когда уводил меня, говорит, это твоя путевка в жизнь. Все, теперь пойдешь по тюрьмам, антисоветчик. Они сфабриковали такую статью. 198-я, часть 1-я, примечание. Это нарушение паспортного режима. Статья первый раз 10, 100 рублей штраф, второй раз 300, 200 рублей, третий раз 300 рублей штраф. Они мне придумали примечание. Отказ от советского гражданства, отказ от воинской переподготовки в связи с тем, что антисоветчик. Примечание, занимался антисоветской деятельностью. Ну, полгода я прошел, быстро освободился. Да забрали меня. Я всего только женился, как 4 месяца. Освободился, а первый ребенок у меня родился. 3 года был на воле. Прошло 3 года, работал фотографом, неплохо зарабатывал. Построил дом, купил машину. КГБ постоянно сидела на хвосте. Мать, теща говорила, не говори ничего, Володя. Он все ходит до КГБиста, все ему рассказывает. И это ее сын. Я старался ничего не говорить, но все равно он знал наши дела. КГБ искала меня. В 1977 году я был фотографом нашей группы. Мой отец, моему отцу еще в 1946 году было сказано, будешь водить на выгон. И 30 лет он ждал того момента, пока он познакомился с диссидентами, с Гилбургом и Орловым, которые создали группу по наблюдению за Хельсинкским соглашением. Брежнев подписывал закон о разоружении. И была 24-я статья. Каждый человек имеет право эмигрировать и вернуться в свою страну. И вот на основании этой статьи диссиденты, правозащитники, евреи организовали Хельсинскую группу по наблюдению за Хельсинским соглашением. Мои братья, брат и зять провожали Николая Плотникова в 1976 году в Америку и познакомились с Гилбургом и Орловым. Приехав домой, рассказали отцу. А за месяц до этого отцу было сказано, приготовь списки церкви. И вот, когда они приехали, рассказали, на другой день отец выехал в Москву, к Орлову и Гинзбургу. Встречался он там с Сахаровым, с академиком Сахаровым. И он привез списки, и он привез заявление к христианам всего мира. Помогите выехать нам из коммунистического режима, из этого железного занавеса. Это было первое заявление христиан, которое написал, отправил отец. Не успел отец вернуться, он еще был в дороге. Уже голос Америки передал. Христиане, печатники Советского Союза из станицы Саратидровской хотят выехать из Советского Союза и просят помощи. Хотят выехать на религиозной основе, что нет свободы религии. Как раз отец вернулся, тут я попал в аварию, сломал ногу, мне положили в госпиталь на вытяжку, вытягивают ногу. Тут же нам блокировало КГБ. Отдел КГБ из Темрюка и Краснодара из 14 человек, где наша станица всего была один участковый, переселился в станицу Старотидоровскую. Они блокировали, они жили у нас под домами. Люди ехали к нам, как только узнали это по голосу Америки и по немецкой волне, люди ехали к нам со всего мира. Мы тут же сообщили, со всего Советского Союза, мы тут же сообщили в Находку для Володи Степанову, чтобы он вез списки. Отец до этого был пастырем Находки, переехав в Красавский край, он был пастырем Находки. И люди знали, что Господь ему сказал, будешь выводить народ мой. Из-за этого туда люди за ним съехались. Мы сообщили быстренько переговоры со всеми родственниками, Черкассой, в карьер, также в Батуми, в Сухуми, кругом сообщили, медикам Первомай сообщили, везите списки, мы будем передавать их за границу. А после того, как мы передадим, пишите советского правительства, просите, отпустите нас с миром из Советского Союза, мы хотим уехать в любую некоммунистическую страну. Таким образом началось движение эмиграции. Отдельно это движение эмиграции было и в Черногории. Там были немцы, церковь Миллера,
и церковь Григория Ващенко, которые хотели выехать тоже за границу, но церковь Миллера хотела уехать в Израиль, церковь Ващенко, они были немцы, они хотели уехать в Германию. Наше движение работало отдельно. В течение короткого срока к нам стали съезжаться люди, неверующие люди ехали, даже православные, ехали, прочитав газеты, потому что нас тут же, как они советчиков, пропечатали в газете. Верующие уехали, друг другу передавали эти списки. Приехал к нам в апреле месяце, приехал к нам Куница. Я помню проповедь, которую он сказал, как бежит лань под воды, так стремлюсь я к тебе, Господи. Это была его проповедь. Брат Куница нам понравился, и мы сказали ему: брат Куница, нам очень далеко до Западной Украины, мы не сможем осилить. Вот вам адрес, собирайте списки, находите людей, кто будет везти, и везите в Москву списки. Мы не сможем, нас уже КГБ блокировало, мы не сможем ничего доставить туда. И другим людям, как брат Шелюк, и из Находки Перчаткин, и Степанов, Прокопчик возили списки с разных мест. В течение полгода было собрано желающих эмигрировать 30 тысяч человек. Представьте себе, в советское время, когда в закрытых границах 30 тысяч желающих эмигрировать. Мы пытались писать разные заявления. Второе заявление, которое было написано, это было написано в ООН. Обращение, чтобы ООН посодействовал, чтобы советское правительство отпустило нас из Советского Союза, потому что нет религиозной свободы, у нас нет никаких религиозных школ, наши дети преследуются. Наши отцы умерли в лагерях, и деды, наши дети тоже пойдут по этому пути, потому что нет никаких свобод. Такими обращениями мы обращались к братьям всего мира: помогите нам, мы кричали, мы писали там, мы кричим к вам, спасите наши души, выкупите нас из этого атеистического ада. Такие заявления мы писали. Ну, конечно, КГБ делала всякие препятствия, присылала всяких провокаторов. Когда я сломал ногу, я был в аварии. Вызывает меня доктор и говорит: это тебе лампа ионовая, ее надо включать утром с 7 до 8, чтобы прогревать ногу, чтобы нога твоя зарастала хорошо, и вечером с 5 до 6. Включай эту лампу, и у тебя нога быстро зарастет. Я понял, возле него сидят два мордата, я понял, что это КГБисты. КГБистов было видно. Они были отъевшиеся, они были худые, работали на этих шабашках день и ночь. Мы были худые, как щепки. Ну, я понял, что это кредиты хотят что-то подсунуть. Я пришел домой, вызвал Володю Бибикова. Мы открыли эту лампу, посмотрели, там стоит какой-то прибор. Володя говорит: такого так не намекает. Пишет мне: Машка, такого прибора, я электрик, такого прибора там не должно быть. Но я беру этот прибор, это ионовая лампа, лампа, которая синий цвет дает. Ставлю ее. У нас возле летней кухни был курятник. И там мама держала двух поросят. Ну, значит, я поставил туда, включил там розетку. Ну, через неделю прихожу к доктору: ну, что ты лампу не включаешь? Ну, как не включаю? Включена она все время. Ну, ты же не включаешь, я знаю. Я ушел. Через неделю он опять: ну, приходи там через неделю. Я прихожу через неделю, я ему говорю: слушай, доктор, ты забери эту лампу. А то я вытащу то, что там в ней стоит. Тебе кирибисты голову скрутят. Потом только мы узнали, рассказали, через несколько месяцев соседи рассказали. У соседа прораба, коммуниста, сидели двое женщин с пеленгаторами. Они сказали людям, нашим казакам кубанским, сказали: баптисты передают шпионскую информацию в Америку, мы хотим их поймать. И люди согласились пустить их в дом. И оттуда идет хрюканье и кудахтанье. Ну, значит, слушали они неделю, слушали они вторую. Никакой секретной информации нету. Расшифровывали. Они говорят: ну, у баптистов шифр, говорит. Мы еще такого шифра не встречали. Приехали специалисты из Краснодара, расшифровывали. Потом, когда я приехал, пошел к доктору, сказал: забери эту лампу. Приехали, другое КГБ забрали и увезли. Люди рассказали, какие они были злые. Таким образом, я провел КГБистов с их секретной информацией.
До этого я работал фотографом. Российским фотографом. И когда началось движение диссидентское наше, то мне приходилось разъезжать по разным местам, фотографировать людей. Где-то какие-то были проблемы в церквях, где-то власти делали или еще что-то. Мне приходилось вести заодно списки брать людей, приходилось прятать их, зашивать трусы в одежду. И это делали и другие наши друзья. И вот в 78 году они сделали нам товарищеский суд. Вызвали кокистов со всего края и сказали, будет товарищеский суд Николаю Баритому и Федору Сиденко за то, что они занимаются антисоветской деятельностью. Ну, я решил туда поехать пораньше. Оделся, фотограф, сумка фотографическая, фотоаппарат хороший у меня был. Пришел, никого нету, пофотографировал все. Атеизм, опиум, как нет? Религия, опиум для народа и так далее. Ленинские всякие лозунги, пофотографировал все. А там на входе два стоят, кто? Да фотограф, наверное, корреспондент пришел. Тут раз приштатили, говорит, да это же горит той. Раз-два заломили руки, вывезли меня в милицию. Везде милицию, зачем это делаешь? Да говорю, на память. Вы же нас тут будете прославлять. А нам память пригодится, говорю. Держали меня, они там минут 20, завели на меня уголовное дело. Я им сказал, вы фашисты. Они были очень злые. Милиционер участковый говорит, какой я фашист? Я вот пришел с армии, только участковым стал. Какой я фашист? Я такой, как ты. Ты год тому назад пришел с армии, и я пришел год тому назад с армии. Какой же я фашист? Я говорю, а то, что вы делаете, фашисты, говорю, издевались над чужими, над врагами. А вы, говорю, хуже фашистов, вы издеваетесь над своими. Приходит какой-то человек и говорит, отпускай его, уже началось. Собрание, говорю, я прихожу в зал, летний кинотеатр забитый. Я вижу, мои сестры и родственники сидят на втором ряду. Их окружили все мои что-то, родственники все пишут. Ручками, то, что там те выступают, мои пишут, у них вырывают ручки, ломают, выливают крючки, они заново окружают друг друга и продолжают писать. Я решил сесть подальше. Я знаю, что Шурик Бибиков сел на предпоследнем ряду, а у него магнитофон, а в сумке у него еще фотоаппарат. Шурик сказал, я мне фотоаппарат панорамный. Он работает, сразу три кадрика делает, панорамный. Ну, сел я на последний ряд, где-то так недалеко, не удалось пройти. Ну, он говорит, Илья, давай. Шурик с одной стороны, я посредине, Павлик Матяш, 16 лет ему, сел с правой стороны возле меня прикрывать. Я, значит, вскочил, это так работает панорамный фотоаппарат, три кадрика, тем более вечер, долго работает. Я заснял один кадр, но чувствую, не получилось, потому что длинная, выдержка длинная, может не получиться, все-таки фотограф, я понимаю, думаю, надо еще раз. Скочил второй раз, тут на меня намахивается, отнимает. Я быстренько раз Пашке фотоаппарат, Пашка, выноси. Пашка, ой-ой-ой, в туалет хочу, что вы тут лезете? Иди, пацан, отсюда. Подскакивают ко мне, вы арестованы, пойдемте нас. Где фотоаппарат? Какой фотоаппарат? Где фотоаппарат? Ищите фотоаппарат, где фотоаппарат? Нету фотоаппарата, ищут. Меня скинули, под лавками лазит, нету. А Пашка, раз-раз, в туалет хочу, и унес фотоаппарат на улицу. Увели меня опять в милицию, опять на меня дело составили. Пробыл я там еще, наверное, минут 40. Говорят, ну отпускай его, уже закончилось. Прихожу я, уже люди расходятся. Решили они на этом суду, что если Горитой, Николай Горитой и Федор Сиденко не остановятся заниматься антисоветской деятельностью, подстрекать христиан на выезд из Советского Союза, будем их садить. Ну, значит, после этого они решили нам угрожать. К нашим старушкам пришли, три старушки вместе жили, пришли, стреляли, кричали, откажитесь, иначе вас постреляем. Угрожали. Потом наших детей, директор всех наших детей, это мои младшие братья, которые тут живут, они тогда были, в школу ходили. Я старше всех. Еще старше у меня есть Енох, он живет в Бозе Айдаха. Ну вот, вызывали директору, там были переписки, говорили, обговорите родителей выезжать, иначе вам будет плохо. А если мы вас выпустим, долго держали, с утра до самого вечера, мы вас посадим в самый поганый самолет и затопим посреди океана. Дети все приехали, пришли, ну там, первый, второй, четвертый, пятый класс такие, старших не вызывали, пришли заплаканные, детей всех помогло, по 10, по 12,
Нас жило там всего несколько семей, но детей у всех много было. И все в одной школе были. И вот, значит, сказали, мы вас затопим посредине океана. Пришли дети, заплаканы, рассказали. Отец мне говорит, Илья, давай. Все детей я на другой день пофотографировал, всех заснял, как они. Отец, дети все написали своей рукой то, что им говорили, как им угрожали. Отец написал общее обращение и отправили мы это дело на ООН. Через три дня, когда мы отправили на ООН, передает голос Америки. В это время мы работали, мы собрались бригады, работали в соседнем совхозе, работали, строили домики. Делали фундамент, делали кладку, делали штукатурку. Ну и вот мы ложили кладку, и голос Америки у нас прям стоит. Радио, и мы прям голос Америки слушаем. А возле нас КГБисты эти самые. Страховщиком работает, все там. Ну мы в открытую службу. Голос Америки передает, что вызвали русскую комиссию на комиссию ООН. Русская комиссия, круглый стол, 45 стран. Подняли русскую комиссию, зачитали заявление детей о том, как с ними обращаются, и сказали русской комиссии ООН, опустите советский флаг. Ваш флаг обогрен слезами советских детей-христиан, которых вы преследуете в школах. Потом сказали всем комиссии, отвернитесь к российской делегации спиной. Все отвернулись к российской делегации спиной. И сказали Россия, российская делегация, покиньте зал заседания. Такого позора ни одна страна в мире не имела, в ООН не имела раньше и не имела до сих пор. Чтоб так заставили покинуть делегацию с таким позором. Я приехал с работы, сижу во дворе, его приехал, гитару привез, я немного бринкнул на гитаре, заскакивает подполковник, начальник по религиозным культам, бежит и пальцем мне показывает и кричит, ты сядешь первый, это все ты. На следующий год я как раз только женился, они меня первые посадили. Уже на тюрьме, на суду было так. Были корреспондент, они пригласили Владимира Мурзу, он был пресвитером Батайской церкви регистрированной. Он был против иммиграции, он дружил с Шатровым Бычковым, и те его настраивали против иммиграции, и был сильно против меня. Я как раз женился и переехал в Батайск. Да. Таким образом, меня запихали, и были корреспонденты там, и написались такие, как я, и Николай Горитой являются американскими шпионами. То в этой газете я узнал, что через 20 дней после меня арестовали моего отца. Освободился я, пробыл 3 года, и арестовали меня опять, дали мне 5 лет. Освободился я по амнистии, которую делали политическим в 1988 году. В общей сложности сидел 5 лет. Я скажу, что я благодарен Богу, Бог меня там поддерживал. Когда уже я пробыл 2 года, немножко больше 2 года, вижу я сон. Мне Бог открывал, сны давал, и я научился их разгадывать. И еще с детства он мне давал сны. Мы были на ссылке, отец был на ссылке, я с ним был на ссылке в 60-х годах. И тогда мне Бог послал первый сон, что мы освободимся. В этот же день нам объявили, что мы освобождаемся. И вот снится мне сон, что я снимаю рубашку нательную, зэковскую, и убиваю 2 воши, и гниет несколько штук. Иду рано утром, ведут нас на работу, темно. Вижу какой-то человек в строю, подходит ко мне и говорит, Илья, я сегодня видел сон, говорит, ты долго сидеть не будешь, ты отсюда уйдешь. А я молился, я попросил, чтобы меня привезли в Батайск сидеть, там, где я жил. Меня привезли в Батайск 3 километра от моего дома. А я молился, Иисус Сандаридов помилуй меня. Меня просыпаюсь ночью, а у меня одна молитва, Иисус Сандаридов помилуй меня. Ну, получилось так, что уже пришел Горбачев, и Горбачев их сильно, 86-й год, Горбачев их начинал КГБ увольнять. А мне они состряпали уголовное дело, и уголовного дела не было, фактически. И один капитан подошел ко мне и говорит, я, говорит, слыхал тебя так и так, преследуют, прессуют. Знаешь что? Я, говорит, вот что тебе скажу. Мой дед погиб в тюрьмах, он был баптист. Мой отец просвитель баптистской церкви в Батайске. Знает, что когда тебе нужна будет помощь, я тебе помогу. И вот в один день они меня уже как бы достали. Соглашайся работать, иначе мы тебя убьем. Или равно много. Приезжают и прессуют меня, и проблемы среди рабочих устраивают. Приезжает жена, говорит, пристают ко мне, говорит, на остановке пристают.
менты из зоны, говорит, так пристают, КГБ вызывают, пристают, он ко мне пристают. Я выхожу со свиданки, мне было два дня свиданка, приходят полицейские ко мне, которые там говорят, мы у тебя дома были. Мы, это самое, с твоей женой спим. Я понял, что меня ломают. Тут приехали террористы, говорят мне, ты знаешь, ты упырился, Свет, ну как твоя жена, может ты подпишешь заявление, что ты все-таки нам дашь какое-то, это самое, что ты больше не будешь агитировать на эмиграцию, а мы тебя выпустим за границу, обучим, мы там сделаем тебя, ты будешь нашим человеком, там, тебя наши люди там ждут, ты будешь нашим разведчиком. Так. Я сказал, никогда, никогда вы меня не обучите, никогда я вам никакое не дам заявление, вы держите, держали отца моего уже много лет, тогда отец уже отсидел 12 лет. Вы держите меня второй раз ни за что, никогда я на вас работать не буду. И в один день, после того, как уже я понял, что меня прессуют, менты внутри и всякие пакости мне делают, чтобы у меня нервы. У меня желудок разболелся, я болею стал сильно и думаю, не знаю, что делать. И в один день подходит один из прапорщиков, который я знаю, там есть, мы знаем, те, которые работают на оперовках, которые не работают. Он говорит, я хотел, чтобы ты написал, я живу возле твоего друга Хридина, чтобы ты написал письмо. Ну, я пишу письмо, Саня Хридин, так и так меня КГБ запрятали в тюрьму. Я это пишу второе письмо. Неделю тому назад я отправил письмо через верного человека, который должен уйти на ООН, чтобы туда, чтобы как меня держат в тюрьме. Это второе письмо, дубликат. Помоги его отправить на ООН. И вот я иду его отправить, меня арестовывают. И читает, и дежурный хватает, но он, письмо ушло, что делать? И тогда приезжают ко мне кредиты, давай мы с тобой договоримся. Ты больше не будешь жаловаться на ООН, а мы тебя выпускаем. Я сказал, я с вами договариваться не буду. Вы меня посадили, вы меня не за что держите, у меня четверо детей. Первый родился, когда я первый раз сидел, двое родилось, и четвертый родился, когда я уже второй раз сидел. У меня четверо маленьких детей, я вам ничего подписывать не буду. После этого у меня пресс усилился, и мне ребята говорят, Илья, что вот что случится, тебя, наверное, убьют, потому что мы слыхали, что тебя заказали. Тогда я делаю что? Я пишу заявление начальнику оперативной части, прошу разобраться. Такие прапорщики приходят, шантажируют меня, на воле они шантажируют мою жену, говорят, что спят с ней. Также они говорят, что если я буду с ними сотрудничать, они мне будут таскать продукты, деньги приносить, а потом меня со временем освободят из тюрьмы. Прошу разобраться. Ко мне приходит, приезжает КГБ, вербует меня, так же самое такими путями. Прошу разобраться. Я написал это заявление и отдал вот этому капитану, который мне сказал, в один день я тебе помогу. Он отвозит это заявление к начальнику, и тот едет в Ростов, если Батальска всего несколько километров. И тот везет в управление области. Через 20 минут замполит, замполит политуправления, полковник, начальник управления области по тюрьмам в зоне. Всю зону закрывает, меня выпускают. Я иду, а все начальство зоны идет вот как человек 15. А меня выпускают из заграждения, я иду и навстречу. А меня такое зло взяло уже после этого. Я иду и говорю, я вас всех посажу. А он мне говорит, голубчик. Уже я подхожу, и они идут. Я, говорит, большой начальник, я пришел с тобой договориться. Я говорю, о чем ты хочешь с тобой договориться? Пойдем, говорит, дежурку поговорим. Он говорит, так, тебе КГБ вчера приезжала, обещала отпустить, обещала. Он говорит, так, если ты не будешь жаловаться на ООН, как тебя посадили, я тебя сейчас выпущу на стройки народного хозяйства. Ну, я говорю, я не буду жаловаться. Он быстро говорит оперу, быстренько езжай к жене, пиши, бери у него заявление, что они не имеют претензий никому, ни к прапорщикам, никому не имеют претензий. Они берут заявление, через неделю внутренняя тюрьма делает суд, как бы меня освобождать на химию. Но начальник меня не пропускает. Через день подходит ко мне начальник и говорит, Илья, я дежурил на КПП, прибежал, первый секретарь исполкома вызвал начальника и кричал, почему ты не выпустил Горитова на химию? Ты слыхал, что он кричал, что он нас всех посадит, но письма передаю свободно на волю. А тот говорит, меня не было, мой заместитель его должен был отпустить, а заместитель меня не слушается, говорит, он его не пропустил. На другой день заместителя уволили, убрали с работы его заместителя. Через день приезжает прокурор и говорит мне, свободен. И меня увезли на стройки народного хозяйства, где я еще пробыл в Таганрог, потом в Ростов меня вернули, где я еще пробыл 2 года.
Таким образом, я не досидел 8 месяцев, когда была амнистия всем моему отцу, всем братьям. Также мне была амнистия 8 месяцев, я освободился. Благодарю. Слава Богу. Вместе споем под номер 1044, 1, 2 и 5 куплет. Было время, что там было начато первое служение съездное устником. И вы знаете, я тоже присутствовал на этом служении, она осталась мне в памяти. И я думаю, друзья, потерпи мне еще немного, не часто такие бывают служения, и так ли? Я думаю, что многие сегодня только первый раз на таком служении. Вы знаете, я думаю, что брату Илье Гаретову надо было бы больше времени дать. Вы знаете, многие из нас в Америке, но не знают, какой ценой это досталось нашим братьям. Друзья, многие не знают этого. Но они были смелые и шли на пролом. И вы знаете, хотя Бог обещал, я есть свидетель того, друзья, что мне было 12 лет, и когда через сосуды было сказано, падут эти железные врата, и вы некоторые будете в стране Америка. Вы знаете, братья остались и с этой сестрой беседовали, и чуть эту сестру не исключили. Никто в то время не верил, но мне было 12 лет. А эти были слова сказаны, друзья. А прошло много лет, эти слова исполнились. Вы знаете, сегодня многие не знают, что такое диссидент. Многие не знают, да, таких слов. Но вот есть среди нас братья, которые были этими диссидентами. И брат Шилюк, и брат Иля, и еще некоторые, которые трудились. Им не давали возможности, но они трудились. И сегодня мы находимся в стране Америка.
Я думаю, заключительное слово скажет брат Лукич. И я бы хотел, чтобы была совершена молитва, чтобы все братья-узники склонились, а мы вместе подняли руки и поблагодарили, и сказали: «Господи, какой еще Твой путь дальше, назначенный Тобою? Помоги нам пройти». Хорошо, друзья? Аминь. Да благослови Господь, пожалуйста. Слава Господу, братья мои, сестры. Все, которые сегодня имеют великую выдержку, и шестой час сидим мы на одном месте. Если бы сказать американцу, что приехали мы за 760 миль и здесь проводим собрание, это они не могут понять. А тем более, если сказать, что еще с Сакраменто приехали, из других мест приехали для того, чтобы здесь быть и проводить собрание. Многие нас не поймут. Но те, которые прошли путь тяжелый, тернистый, те, которые познали Господа, те, которые полюбили Господа, они поймут. И они понимают, что сегодня, как написано, нам дано не только веровать, но и страдать. Слава Господу! Мы были свидетелями этих прекрасных, или можно сказать, свидетельств, о которых говорили братья-узники, каким путем прошли они эти узы, каким путем прошли они время жизни, какой-то отрезок жизни. И я заметил, один из братьев сказал: «Господь нас шлифовал там». Господь нас шлифовал. Братья мои, сестры, да, воистину, это шлифовка. Воистину, там есть или была живая вера, упование на живого Бога, который над ними, который с ними, которого они уверовали и которого они испытали, что именно Господь по своему слову не отрекся, не отрекается от своего народа, но те, которые верны Ему, Он остается верен. Слава Господу! Слава. Дорогие, я хотел бы в заключении этого сказать или поблагодарить всех тех, именно по местную церковь, в данном случае брата Максименко, служителя, и всех тех, которые согласились на то, чтобы провести этот съезд узников именно здесь, в Равнике. Дорогие, мы благодарим вас. Мы благодарим всех тех, которые заняты были в этом труде. Мы благодарим всех хозяев, всех тех, которые участвовали в этом съезде. Я думаю, что этот съезд вы будете видеть, вы будете слышать, вы будете передавать другим, что здесь было сказано. Здесь было сказано о великих делах Божьих, которые Господь совершал некогда, Он совершает ныне, Он будет совершать и в будущем. Слава Господу, потому что Он с нами, и Он ведет свой народ. Слава Господу! Братья мои и сестры, я хочу сказать, здесь, в вашей церкви, в церкви Шарлот, есть мой брат Степа Лукич. Его и меня обычно все называют не по имени, но по отчеству Лукич. Или это так проще сказать, или назвать. Но я хочу сказать за него хоть немножечко. Вчера мы его посетили, он, можно сказать, силы его оставляют. Силы его оставляют, и он сегодня поднял оставление, и вы знаете, тоже не смог прийти. Но хочу сказать за него, как я, самый меньший, он из 24-го года, а я из 44-го года. То есть разница в возрасте у нас 20 лет. Я смутно помню первого брата, когда именно при окончании войны фронт стоял уже, был в Польше. Забрали моих братьев, брата Якова и брата Степана. Старший брат был Яков, он из 20-го года. И вы знаете, как Богу угодно было, когда он отправлялся, когда они отправлялись, Яков, старший брат, уже был женат.
уже был женат, и у него была девочка. Эта девочка является матерью нашего брата Сергея Артюка, который сегодня, и когда он ушел, и когда он уходил, он чувствовал или предчувствовал, говорил: «Даня, я не вернусь, сохрани эту дочь». И Господь, вы знаете, не только дочь сохранил, но благословил все родство, благословил ее, благословил нас. И это великая милость Божья. Было так случилось, что их судили за отказ от оружия, брать оружие, и у них судили, первый суд был обоих на расстрел. Но чье-то сердце из командующего боевого суда дрогнуло, и старшего брата Якова так и расстреляли, а этого Степана заменили 10 годами. 10 годами отправили он в Воркуте, просидел 5 лет, и именно в 50-м году вернулся. Я был еще маленький, но помню, ну как маленький, уже мне было 7 лет, вы знаете, он вернулся. Но хочу сказать, что настолько истрепано его силы, здоровье, настолько истрепали там, в лагерях, и настолько он, видя, когда расстреливали его брата, вы знаете, это как ужасно или как тяжело смотреть, когда твой родной брат падает окровавленный в могилу и с пулевым ранением в голову, или огнестрельного оружия пробивают ему голову. Вы знаете, это отразилось, можно сказать, на его психике, на его здоровье. Он, можно сказать, своей жизни после этого, хотя имел хозяйство, он не мог забить или заколоть кабана, он не мог именно убить или какую-то курочку зарезать, он не мог. Но, вы знаете, так оно все. Я после жил вместе, то мне приходилось всю эту работу выполнять. И знаете, когда он вернулся в 50-м году, он было или пришло время жениться. Когда пришло время жениться, ему предлагали богатых, ему предлагали в деревне таких: «О, бери вот эту и бери вот эту». Но он взял круглую сиротку, в которой не было ни отца, ни матери, ни даже тети и дяди, никого не было. Он взял и с нуля начинал жить. Тяжела была жизнь его. Поэтому, дорогие братья, я думаю, брат Максименко понимает его, он уже у нас разговор был. Если вы видите именно его, такое какое-то расстройство, знаете, никогда, никогда не судите человека. Но знайте, что люди старшего возраста перенесли очень тяжелое время. И порой это все отражается на их жизни. Поэтому не угрызайте, не оскорбляйте тех, которых вы видите в старческом возрасте. Знайте, что вы от них или от них можете только поучиться. Полюбите старших, они вам расскажут. Молодые люди, хотелось бы сказать, любите старцев, беседуйте с ними, они скажут для вас великие и глубокие истины, которые вы начнете расшифровывать лишь только после, когда придет какое-то время и решение ваших проблем. Братья, сестры, пусть Бог благословит. Я еще хотел бы сказать немножечко за своего отца. Отец мой тоже покаялся, вернее, сначала дети покаялись, после покаялся мой отец. И вот эта структура, это, значит, НКВД однажды его пригласили, сказали, условились: ты должен быть на таком-то, таком-то месте в 12 часов ночи. И он пошел один в темную ночь, в 12 часов он пошел навстречу в определенное место, и приходит, приезжают с НКВД, его заводят в лес, в такой дремучий, глубокий лес,
И вы знаете, посадили его на Купина, как мы говорим, посадили его, вынимает один пистолет, второй пистолет. Вот так, Лукаш. Ты, если будешь верующий, будут верующие твои дети. У него было, я 15-й, но воспитано 11 детей. И они знали, знаете, дьявол знает именно, что если отец не будет, если мать не будет, то и дети. Но мой отец и говорит, откажись от Бога, мы тебя отпустим. Если нет, мы тебя здесь упрячем, что никто тебя здесь не найдет. Никто тебя не найдет. И вы знаете, он сказал, хотя он был, как говорится, только уверовавший, и настолько был верен, сказал, вы можете со мною совершить, что хотите, но от своего Бога, в которого я уверовал, я не отрекусь. И как они не делали, они не могли ничего сломить его, и когда не смогли сломить, ему еще второе, значит, ты должен явиться в Пинск, в такой-то кабинет, подземелье, мы это знаем, вот, и там мы с тобой решим вопрос. Но приходит время, через день ему условились, после на второй день один из НКВДшников, проходя возле его, когда он работал, проходя, и говорит, не нужно ехать. Он знал, или они поняли, что если ты в этом древучем лесу не отказался, то и там ты не откажешься. И так они поставили его. Братья мои, сестры, и благодарение Господу, что мой отец дожил 91 год, и мать, и все наше родство, отец дожил 54 внука и 27 правнуков. Мы имеем большую семью, мы имеем, можно сказать, большую семью, и все они служат Господу. И вы знаете, это есть заслуга Господа. Аллилуйя! Мы благодарим Господа, мы благодарим вас, братья мои и сестры, что вы сегодня прибыли на это место. Мы благодарим именно тех, которые трудились в этом плане. Я бы просил, я думаю, что мы на следующий год, я буду просить наших братьев или говорить с братьями, чтобы на следующем году было это съезд узников у нас в Ютике. Друзья, встанем все на наши. Итак, братья, встанем на ноги. И совершим эту благодарственную молитву. Он достоин принять ее. Аллилуйя! Молимся! Аллилуйя! 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 Для нас ту весть Его.
злобую весть, которую мы уверовали, в которую мы уверовали, и, Господи, поклоняемся Тебе, вечный Бог. Мы, аллилуйя, на всем месте, сегодня имеем сие служение, мы имели сие служение, как вчера, так и сегодня. Сегодня наши братья говорили свидетельство о Твоих великих делах, о милостях Твоих, о Твоей охране и Твоей защите, о том, что Ты верен в Своем Слове, верен в Своих обетованиях, и мы благодарим Тебя и славим Тебя. Мы благословляем именем Твоим, Господь, всех узников, которые страдали за имя Твое, которые, Господи, страдали и пронесли этот спорт двери, Господи, через многие годы они могли восхищать и восхищают о великой милости Твоей. Господи, все храняй их и впредь, все храняй их и в дальнейшем. Мы, Господи, просим Тебя, благослови их путь, дай, чтобы они дошли до конца, дай, чтобы они пошли в славу Твою, увидели, Господь, Боже мой милый, Боже, тот прекрасный город, которым художник и строитель сам Бог. Аллилуйя! Слава Тебе, Христос мой! Мы Господи, мы благодарим Тебя и за тех, которые, Господи, за матерей, за жен, которые также несли эту участь, тяжь, Господи, о которых было сказано, как было трудно, но Ты выходил навстречу. Я знаю, что Ты, Господь, не забывал никого, и мы не забыты Тобою. Слава Тебе и благодарность Тебе. Мы призываем Твое имя, благословляй нас весь, как свой народ, Господь. Благословляй и поддерживай, в чем сердце оскудела вера. Поддержи, Господь, подкрепи, дай живую веру и надежду и упование на Тебя, чтобы все мы начатый путь жизни свершили до конца. Вечный Бог, мы благодарим Тебя, что Ты дал силу и здоровье для наших старцев, братьев, узников прибыть на это место. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Один Ты знаешь, Господи, нашу будущность, но мы рассчитываем, Господи, но мы планируем, а Ты сам, Господи, посодействуй, чтобы мы еще, Господь, совершали такие служения, Господи, вспоминая милости Твои и Твою любовь и Твои дивные дела, которые Ты совершал и совершаешь на земле. Прими славу, прими хвалу, прими благодарность, наш добрый, любящий и вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Пастором брат Иван Зинчев.
Книга как раз об узе наших и наших братьев под именем «Грани жизни и смерти». То, что рассказывал брат Илья, это еще больше свидетельство о том положении. Спасибо.